школе электронной музыки, диджейнга, бейсрум потихоньку начинает расшириваться, обороты идут, люди приходят, становится людей все больше и больше. Начинали буквально с 2 человек, теперь ребят постоянно, кто приходит, 10-15 человек. Я надеюсь, что нас еще больше будет, и мы сможем круто проводить время и обучаться. Журналистом. Я сюда пришла, потому что я люблю слушать транс, люблю слушать deep house, и пришла сюда, чтобы научиться диджеить, научиться писать музыку. И вообще в этом мне нравится сам процесс, и это классно.